9 мая. Конечно, во-первых, это бессмертный полк. Тут мы действительно вспоминаем не только своих родных, потому что каждая семья имеет к этому отношение непосредственно. Но у нас, у блокадников, это те, которые 1,5 миллиона остались в Ленинграде. Наша задача сейчас, моя задача, я смотрю как, это донести до ребятишек все то, что не сказали те, которые ушли от нас. Тогда, когда я с ними разговариваю, когда я с ними беседую, вот, не только они, но и учителя, которые вместе с ними сидят с открытыми ртами, слушают. Вот, потому что те данные, которые я привожу, их в учебнике истории нету. Я считаю, что это великий праздник. Во всех смыслах этого слова. И спасибо нашим родителям, дедам, бабушкам, которые помогли стать победе нашей страны. И низкий поклон всем, низкий поклон. Я считаю, что это великий праздник, очень даже большой.